От концепции до реальных прототипов. 2 недели сотрудники Белшины трудились над необычными экспонатами. Для их создания понадобилось 14 шин и немало энтузиазма. Работа над композицией затронула многие производственные отделы. Руководили, участвовали в построении данной модели. Представители тех отдела, конструкторско-технологического отдела. Сварочные работы производили работники цеха пароводоснабжения. Также много представителей технических служб участвовало в этом проекте. Зубра выбрали не случайно. На протяжении всей истории животное символизирует предприятие. По параметрам резиновый аналог не уступает представителей фауны. Около 2 метра в высоту и почти столько же в длину. С мотоциклом ситуация та же. Масштаб 1:1. Это сделано для того, чтобы как-то улучшить психологический климат в коллективе, поднять настроение. И для того, чтобы наши работники смогли порадоваться таким замечательным фигурам, сделать селфи. Композиция в который раз доказывает, на Белшине трудятся не только профессионалы шинного производства, но талантливые и креативные люди. Анастасия Шевцова, Максим Глёнко, Бобруйск, 360.